уже показывали сюжет про выставку Ольги Горбаченко. Она все еще экспонируется в Бендерской галерее. Но сегодня речь пойдет о настоящей зиме. Надо компенсировать недостаток снега. Окунемся в живописные сугробы с головой. Ольга писала портрет сына. Сеансы не короткие, случались перерывы. Мальчик выбрал огромное окно в мастерской, и художник тут же увидел новый сюжет. В этом всем видна вот его детская мысль о весне, о чем он там думал. Ну вот это он знает только, но со стороны вот видно, что ребенок не грустит. Ну о чем-то таком вот в этой всей обстановке расфилософствовался в душе. Вот. Ну и потом уже пришел этот образ птички, вот этой свистульки, что вот он ждет весну. Следующие зимние истории случились в ковид-госпитале на базе лагеря «Днестровские зори». Ольга работала даже во время болезни. Мне поехали, все собрали, привезли, к дому положили. И я вот вышла, села в скорую с этюдниками, холстами, красками. Там не хватило, кстати, вот на этой работе сзади, я не снимаю, там есть бирочка такая, передачу мне передавали, мне передали холст. И сзади бирочка. Вот работа называется «Лесные тропы». А я жила в корпусе, который называется «Лесные тропы». Вид на этот пейзаж открывался из окна узкого коридора. Там стоял этюдник. Мимо постоянно ходили пациенты. Буквально у них на глазах росли сугробы. Это вид из окна соседней палаты, скажем так. Я туда ходила все время в гости. Ну, вообще, мне очень повезло, потому что я попала в то время, когда не полностью был заполнен корпус, и у меня соседняя палата была мастерской. Но потом уже к концу уже все уже заполнился полностью. И я уже тогда работала только в коридоре. Прогулки к реке скрашивали ковидный будни. К тому же для художника это выход на пленэр. Когда вот увидела вот это вот потрясающее состояние, вот решила все в любой мороз. Мороз был 15 градусов. Я вышла и очень-очень быстро вот вначале сделала, вот заложила основные отношения. А потом чувствовала себя не очень, потом уже в самом конце вышла еще пару раз. Но это очень быстро этюд, так как все-таки на морозе. В этой работе сразу несколько температурных зон. Морозная зима в горячих тонах. Увидеть красоту контрастов можно до конца января в Бендерах.